Неудачливые воришки, эффективное оружие и вальяжный слон. Все самое интересное вы увидите в рубрике «Сплошные проколы». Трудности работы познала на себе польская журналистка. Снимая интервью с мотоциклистом, она вскоре попала в очень грязную ситуацию. Расслабились раньше времени и потеряли все, что только награбили. В Англии двое воришек обчистили туристическое агентство. Сбегая с места преступления, один из них выронил все деньги, которые тут же унес сильный ветер. Вернуть похищенное у преступника уже не было никаких шансов. Как избежать ограбления, теперь знает этот владелец магазина. Как оказалось, за последнее время из торгового заведения постоянно пропадали товары. Всю вину предприниматель возложил на подростков, которые зачастили к нему с визитами. Для борьбы с ворами мужчина купил водяной пистолет. Свою эффективность он показал при первой же попытке кражи. Слон, запечатленный на видео, умудрился создать небольшую пробку весьма удивительным образом. Пройдя больше половины пути, он неожиданно для всех занялся йогой, чем обескуражил некоторых водителей. Многим показалось, что слон разминает ноги, однако на самом деле животное снимало зуд. Салават Мухаммадуллин, Айрат Назипов, Вызов 112.